Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать о том, как решить проблему с экранной заставкой либо скрин-сервером на вашем компьютере с операционной системой Windows. Для этого зайдем в панель управления. В панель управления левой кнопкой мыши. Заходим в систему и безопасность, электропитание. И далее выбираем ту схему электропитания, которая у вас стоит. То есть напротив этой точки заходим в настройки схемы электропитания. И выбираем восстановить для схемы параметры по умолчанию. Нажимаем, соглашаемся. И восстанавливаем настройки по умолчанию. После этого заходим в настройки Windows, пуск, настройки. Ну, во-первых, проверяем. Возможно, уже на этом этапе ваша проблема будет решена. Если нет, то переходим в настройки. Система. Устранение неполадок. Заходим в обновление и безопасность. Устранение неполадок. И выбираем пункт питания левой кнопкой мыши. Нажимаем запустить средство устранения неполадок. Нажали, ждем. Видим, что на данный момент проблем нет. Если Windows найдет какие-то проблемы, то нужно будет нажать «Решить автоматически». Все, после этого закрываем, перезагружаем компьютер, проверяем. Далее заходим в изменение заставки. Для этого в поиске русскими символами вводим изменение заставки левой кнопкой мыши. У нас появилось меню настройки заставки. И выбираем то, что у вас было, либо то, что вы хотите, на какую установить заставку. Нажимаем ОК. Перезагружаем компьютер. Ваша проблема должна быть решена. Если ничего из выше указанного не помогло, то можно попробовать запустить через командную строку средства обнаружения неисправности. Для этого английскими символами в поиске вводим CMD и запускаем командную строку правой кнопкой мыши от имени администратора. Запуск от имени администратора. Запустили. Здесь нам нужно ввести команду CFC пробел слэш в правую сторону scan Now. Обратите внимание на написание этой команды. CFC пробел слэш, потом без пробела scan now. Слэш должен быть именно такой. Не вот такой. Scan now и нажимаем Enter. Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Ждем, пока процесс завершится. И дожидаемся результатов.
Итак, наша проверка завершена. Были найдены какие-то поврежденные файлы и восстановлены. Также может у вас быть найдены какие-то другие проблемы. То есть, по крайней мере, это покажет, в какую сторону следует дальше искать решение, если появились какие-то проблемы, которые Windows не смогла сама решить. После этого закрываем командную строку. На этом все. Всем спасибо.